Прекрасно, что для людей с ограничениями здоровья предоставляются все те же возможности, которые предоставляются для обычных людей. Поэтому чем больше таких возможностей, тем лучше. И, конечно же, возможность голосовать – это тоже очень важно для человека. Все поддерживают, никто даже, вот то, что я с поводырем, никто даже слова не сказал, что как бы собака.